18 лет я занимаюсь одним простым делом. Я бегаю на коньках против часовой стрелки. Я Семен Елистратов, чемпион Европы, чемпион мира, олимпийский чемпион. Вся моя спортивная жизнь состояла из того, что я выхожу на тренировку, пашу, умираю, приезжаю на соревнования и показываю результат. Что такое личная жизнь, встреча с друзьями, ты не знаешь. Иногда думаешь, зачем тебе это, хватит, остановись. Это все накапливается, как шарик взрывается. Неохота видеть коньки, неохота видеть лед, но жаловаться глупо, потому что выбор мы все делаем сами. Моя мечта на ближайшие годы выступить в 2022 году на Олимпийских играх. И очень хочу показать достойный результат. У меня есть выбор. Или сегодня пойти на тренировку, или закончить спорт. Я каждое утро делаю выбор.